вот то прямо, почему я бы рекомендовал пойти на это событие, очень важно для того, чтобы что-то взять как инструмент. Не просто логику этого понимать. Ну, можно книжку почитать, он там написал все подробно, вот все это есть. Очень важно, чтобы ты увидел, как маэстро вот кладет руки на рояль. Какое там состояние. Вот это внутреннее содержание, называется tacit knowledge, скрытое знание. Когда ты присутствуешь при том, как вот автор концепции говорит о вот своем детище, то происходит прямая передача. Ты как бы заражаешься, у тебя как будто уже в теле возникает мышечная память, как это делается. Я думаю, что инструмент внутренней игры реально глубоко использовать в работе умеют единицы. Это очень непростой, на самом деле, инструмент. При кажущейся простоте вот все написано, все понятно. Но его применить это тонкая штука. И мне кажется, что вот визит Голди в Россию — это шанс вот к этому прикоснуться. Я бы пошел вот за этим.